Свиная тушенка вместо денег. Омское предприятие «Сибколбасы» планирует выдавать сотрудникам зарплату собственными продуктами. Об этом сообщает интернет-издание «Новый Омск» со ссылкой на работника производства. По данным информагентства, такое решение начальство большую часть коллектива разозлило. Многие работники предприятия мусульмане, поэтому есть гречневую кашу со свининой они не смогут. Продать выгодно ее тоже не получится. По словам сотрудников, им тушенку отдают по цене выше, чем в магазинах. Отказы не принимаются, естественно. Она стоит 2400 рублей за 40-45 банок. Каждому по такой коробке. Компания на контакт с прессой долго не шла. Даже снять здание завода нашей съемочной группе охранники пытались помешать. Директор оказался доступен только по телефону. И он заявил, что сотрудников никто не заставляет брать продукты вместо денег. Они, по словам директора, сами пожелали получить зарплату тушенкой. Якобы захотели продукцию предприятия поставить на новогодний стол. При этом на выбор любые виды мяса, не только свинина. Данная выдача продукции, она вообще не впервые происходит. Люди вот перед сезоном дач с удовольствием берут тушенку вместо денег. Это все в рамках законодательства, абсолютно добровольно.